Всем большой привет, с вами я, Настя, и сегодня вы можете подумать, что я снимаю какой-то показ мод, потому что все в таких веселых тонах, везде все наставлено, но нет, сегодня я снимаю обзор на моих стоячек. Ну что ж, давайте же начнем. Как я вам уже успела много раз пообещать, у меня их много, и поэтому я решила снять стоячек. Ну что ж, думаю, вам это видео понравится, потому что многие хотели бы, надеюсь, что многие хотят увидеть моих стоячек, потому что довольно-таки не у многих блогеров я видела стоячек, ну, начинающих, как я. И чтобы как-то порадовать, я решила снять это видео о моих стоячках. Извините, я маленько обсчиталась, у меня их не 9, у меня их 8. Ну что ж, давайте начнем. Миньон не падай. Вот эта сумасшедшая куча стояк. Я постараюсь снимать все по порядку, как у меня появились эти пэты, или как я их сделала. Первым пэтом, которого я сделала, была стоячка. Я ее назвала голубая жемчужина. Ну что, сейчас вы ее увидите. Привет! Подробнее она себе все сама расскажет. Вот такая стоячка. Ее зовут Голубая жемчужина. Она 2005 года производства. Тут очень плохо видно. Тут написано. Вот значок LPS на лапке. У нее вот такой вот бантик. Миленькие няшные зеленые глазки. Ее зовут Голубая жемчужина за счет того, что она вся голубая. Зелеными пятнышками. Вот такая стоячка. Это была моя самая первая стоячка. Тогда я еще не умела делать стоячку. Я сделала мне ее мама. И вообще я не знала, как по-настоящему они выглядят. Но у нее не было таких цветов. И даже не задумалась. Сделала свою стоячку. Следующей стоячкой был уже сделан стоячий кот. Многие его знают как под именем Бич. Ну что ж, давайте же его увидим. Это мой Бич. Он плохо стоит. Почему я сижу как королева? Мне проще будет лезть. Ну, все-таки останется вот сейчас суховень. Ну что ж, прошу прощения за ляпы. Ну что ж, вот мой Бич. Это самая первая моя нормальная стоячка. Ну, глаза. Он у меня маленько падал. Пэт. Он черный кот, так что многие его знают. У меня нет знака, так поскольку я не могла нарисовать на черном фоне синий знак. По счету, если моя хозяйка не ошибалась, следующая стоячка была сделана. Вот эта милашка, у которой все время отвалится башка. Начнем. Это вот такая стоячка. Вот как раз с этим цветком, о котором говорила, она тоже из пластилина. У него нет знака, но что он стерся. Ну и вот такая красотка. Не маленький, не ровно ночек нарисован. Продолжаем. Следующей стоячкой была сделана по нашему сведению. Как мы это думаем, точно знаем. Вот это вот Бруклин, который как раз таки не получилось совсем. А эта штука мне уже надоела. Фух, теперь это лучше. Извините за ёзганье. Это вот эта стоячка, которая нам, ну, не совсем понравилась, потому что, ну, по правде, она какая-то не такая. Это не Бруклин, тем более, как у неё ноги дурацкие получились. Но, тем не менее, все-таки это стоячка. Ну, она мне уже не любима, она просто мне лежит на своем месте и все. Такая стоячка. Вот, ну, может, кому-то она нравится, но, если честно, мне она вообще не нравится. Ну, у меня знак есть, конечно. Дырка была. Ну, в общем-то, я думаю, сказать нечего. Проваливай.
Шутка. Что ж, следующая стоячка, что все, что, что ж, следующая, следующая. И у нас в студии появились сомнения, кто же это был. И все мы спорили, кто это, но в итоге мы решили, что это был повторный бич. Я сделала еще одного бича из остывающей уже массы для лепки. Ну, думала, он будет красавцем, будет красивый парень. Ладно. Красивый парень, что еще сказать? Ужасно, как правда получилось, конечно. Опять без знака. Краска не очень, конечно. Сама голова какая-то. Но он хоть он нормально у меня получился в основном остальном. И, короче, стоячка она есть, стоячка в любом виде. Ну, а это наша уже следующая стоячка. Ути-пути, мапути, какая милашка, ты какая классная. Оу, ну, меня еще никто так не назвал. Началось. Что ж, этот пэт, как мы думаем, был сделан следующим. Это вот такая стоячка. Она с красным магнитом. У меня снимается голова. Снимала сейчас, я не знаю, но она крутится. Не знаю, сейчас она снимается или нет. Но у нее такой ошейничек из резинки. Прическа. Вроде бы я ее придумала сама, но меня вдохновила. Вдохновил канал, если я не ошибаюсь, ЛПС Драконика. У него такие все пэты. Мне очень понравилась ее как бы идея про фильм ХНД. Или как там. А, ну да, художники народ веселый. Или как-то я уже и никогда не помню, ХНД или как-то еще. ХНВ. Ну вот вообще все просто перепуталось. Извиняюсь, я просто не выпил сегодня утром кофе. Вот такая стоячка. Тоже значком ЛПС. Значит, это оригинал. Следующей стойкой была... Вот эта вот стойка, которая, ну, вообще некрасивая. Для меня после моих идеально красивых стояк, вот это вот, ну, вообще вот... Она мне больше хорька какого-то напоминает, сняв вот эту барахло с нее. Кстати, я могу сделать обзор, ну вот просто отдельный обзор на вот это вот вещи. Отдельный обзорчик. И также могу снять видеоурок о том, как слепить вот такую юбку. Ну, это каждый, наверное, знает. Барахло. Эта стоечка вот она без дырки. У него тут вот все насквозь практически прошло. Ну, она не очень красивая, это сиамка. Хотя значком. Я вот вам не советую покрывать одним слоем, потому что... Пиш! Вот вам один слой. И уродим стоячку. Ну что ж, последняя наша самая любимая стоячка. Народ, это она. Она. Блин, еле достали. Это Бруклин. Это нормально, Бруклин. Не, ну вы сами сравните Бруклин, вот эту и... Не, ну по реальности, кто мне больше нравится? Мне вот эту вот, а не вот эту дылку. Пишите в комментариях, кто вам больше, эта стоечка понравилась или вот эту. Но я голосую за эту, потому что она самая такая красивая у меня получилась. И в знак того, чтобы она у меня любима, я клею поэтому такие вот наклеечки. Ну, это в знак того, чтобы они любимые. Ну, она такая брюкляшка. Я брюкляшкой люблю называть. Не Бруклин. Брюкляшка. Моя брюкляшка. В общем, такая она милашка. Кстати, я нарисовала уже знак. А сейчас вся коллекция стоячек. Точный порядок самодельных стоячек я не смогла установить, кто из них был сделан
первым, кто был последним. Ну, по крайней мере, как нам помнится, стоячки были сделаны в таком последовательности. От самый первый голубой жемчужины до самый последний брукляшки. Ну, или Бруклин. Я люблю называть брукляшка. Вот они. Самые пэтшоп, которые произвели Hasbro. Это самые любимые пэтшопы всех тех, кто когда-либо собирал коллекцию LPS-ов и очень каждый мечтал на стоячке. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите, что мне еще снять, мне прям так чешутся руки, что-нибудь снять. Ребята, пошли!